My opacity, full screen, filter, gamma, pop-ups, language. А, есть русский, да? Доп хуа. Фу хуа. Так, я поставил мод видеть описание предметов. Нажмите Tab, чтобы включить моды. Ага. Значит, смотрите, сейчас будем играть и придумывать проклятие. Пока что я придумал зайти к демону и обязательно купить у него предмет. Два. Зайти в золотую комнату и обязательно скипнуть предмет. Даже потратив ключ, если золотая комната с ключом. Три. Скинуть 5 бомб в нынешней комнате. Это все пока что, что мы придумали по Айзеку по проклятиям. Так, сейчас я в туалет сгоняю и начнем. Название стрима забыл написать. Что еще играть сегодня, кроме Айзека, будем? Будем вообще что-то играть или не будем? Что там есть из новинок еще? Рок Принца мы так и не смотрели. Рок Принц. Репентанс. Так, хорошо. Запрет на подбор сердца же. А, звучит вполне логично. Так, я сейчас себе открою Айзека и буду потихоньку записывать. А, брелок еще. Обязан взять следующий брелок, который встретит. Вот я еще что. Прошлый брелок и другие брелоки, оставшиеся на уже открытой карте, становятся под запретом. Взять их обратно нельзя. Вот выпала какашка в виде брелка. Все, бери какашку. Запрет брать сердечко. Может быть. Предлагаю такое проклятие. 2 или 3 минуты никого не дамажить в начале боя новой комнаты. То есть мансить, пока не пройдет отведенное время. Потом только убивать врагов. Звучит очень жестко. Ну, не во всех комнатах, конечно, но звучит жестко. Мне кажется, многие такого померить могут. В каких-то локациях, не? Не знаю. Звучит, ну, может быть, хз. Я обычно на битву... Ребят, не забывайте, что одно из важных правил на битву проклятия, чтобы никак не влияли. Первые 3 победы над боссом, брать предмет справа. А там босс несколько дает, да? О, кстати, неплохо. Правша-левша. Блин, только не первая, а просто правша-левша. Все получится, как в Хейдесе. Минуту мастить. Ну, минуту... 3 минуты, конечно, очень много, да, минута. Ну, а кто засекать будет это все? К
Какая конечная цель? Кого убить надо? Стартовые условия и победы вы можете, в принципе, почитать вот здесь. Там по очкам будет. Значит, смотрите, мастер игры будет по очкам за убийство, получается, мамки, сердца и последующих жестких боссов. Таймер на экране можно сделать. Кому? Мне или игроку? Ну, понимаешь, это же игрок следит за выполнением проклятия. Ему придется искать где-то таймер. Нам придется игроков нагружать другими какими-то неприятными вещами, которые им надо делать. Все должно быть просто и понятно. Слушай, давайте попробуем проклятых ребят. Во-первых, я сыграю, как на мастере игры будет. Они будут играть случайным персонажем. Сменить персонажа и рестартануть игру нельзя до первого убитого босса. Я попробую проклятых. За прохождение проклятыми Нюк сказал, можно выдавать за каждого убитого босса, начиная с мамки и так далее, по 3 дополнительных очка. Поскольку я не знаю, что за проклятые персонажи, вот, давайте попробуем. На сложности сложный. Погнали. Забытый. Где ты? Горящий подвал. Так, у меня 3 синих сердечка. А почему я дерусь штукой? А ее типа... ее можно брать, кидать? Жесть какая. Я еще и не знаю, где я. А здесь нужен ключ. Так, стрелки это атаковать, да. Нельзя же здесь на мышку нормально по-человечески как-то сделать, нет? Бомба на Е, предмет с фейс. Да, прикольный персонаж. Понял, короче, надо брать и имитацией. Слушай, ну урон он, видимо, вносит охренеть сколько. А где-то же можно включить цифры статов, да? У папы активный доп... А, это дополнительный худ, а не хуа. Found худ, сместить худ. Время, счет, цифры. Окей. Так, ну вот время, счет мне, наверное, нахер не нужен. Хотя, можно, не знаю. Не будут мешаться, почему они так лежат? Ага, вот так вот получше как-то, да, звучит? Урон 5,25, ну звучит сильно, да. P1. Подождите, они уже ввели кооп? Причем P1 отображается. Так, а я еще и летаю. Удобно. Комнат с уроном для синих сердечек, отцы какой. Вот время есть, можно по нему смотреть. Ну, может быть, не знаю, подумаю. Бесконечная монетка. А враг, босс не вылезет какой-то? Ой. Мне еще надо это все зачищать или нет? Да, не знал, что есть такой необычный герой тоже. Оп. Лезвие бритвы при использовании. Плюс 1-2 к урону. Забавно, что это, ну, даже переведено. Наносит игроку урон в одно сердце. При использовании. То есть это пробел его итем, да? Магазин. Так, на них просто встать надо, да? Золотая пилюля. Эффект случайной пилюли. Ну, понятно. Превращает каждый подобранный в комнате предмет в союзного паука-муху. Добавит количество имеющихся мух-пауков. Сердце по скидке, наверное, надо взять. Сколько у меня вообще денег? 3, да? Больше ничего взять не могу. Есть донаты. Здесь 99. Худ поменьше, а можно, да, еще уменьшить.
Нет, тут есть смещение худа. Допхуд мини. Куда-то он вообще исчез, по-моему, да? Обязательно посещение шипованной комнаты, пожертвовать максимально возможное... Вот деньги в автомат, я, да, я тоже думал над этим. Встретил автомат, трать в него деньги. Это я тоже хотел сделать, да. Что-нибудь такое. Запрет ангела дьявола на этаже. Наоборот, надо заставлять идти к ангелу-дьяволу. Ну, к дьяволу точно, к ангелу хз. Ангел же халяву выдает. Обычный ход поставь вместо мини. Ну ладно, нам не то чтобы нужна эта скорость вообще, я думаю. Вообще есть смысл ломать там, что выпадет с этой бомбы? Прилипающие ядовитые слезы носят урон персонажа в секунду. Держится здесь секунду. Звучит отлично. И красный огонь стреляет. По-моему, да. Так, смотрите, если у вас есть идеи по Айзеку, вы можете закинуть их, знаете, куда? Я видел бомбу в камне, а что она дает? Она даст мне бомбу? Несколько бомб или она просто взорвется? Сейчас. Форма для предложений. Ну, вот это... Нет, это по Хейдесу было. Была у меня где-то в телеге, я комнату этот делал. Опросник. Я все равно так сразу не запомню. И мне надо будет над всем этим подумать и сопоставить. Так, 18 мая у нас был, да? Статистика, вот она, фидбэк и предложение. Вот, пожалуйста. Держите. Вот сюда можете что угодно закидывать, по Айзеку в том числе, и... Если ее взорвать, она взорвется. Ну и зачем мне ее тогда взрывать? У меня же всего одна бомба. Бля, без карты, конечно, хер найдешь, куда этот кидать... Куда кидать бомбы, чтобы секретки найти. Давайте попробуем сюда зайти. Посмотрим. А, слушайте, а почему я урон не получаю? Потому что я бестелесный. Ну, видимо, я получаю урон. А, в этот раз получил. А, да? Блин, прости, там была мега тролла бомба в комнате с шипами. Ага, забытый веселарий Джуниор. Это Джуниор. Блин, ну урон у него, конечно. Охренеть. Про... А, это еще не все. Это жучки еще ползают. Тьф, урон просто жесть. Что делает ложка? Плюс 0.3 к скорости. Хорошо. А это что за дверь вообще такая? Люк какой-то. Пойдем. К
Какая цель у Мипа Айзека? У всех основных боссов по одному разу пройти? Нет, очки получаешь за убийство финальных боссов, в том числе повторно. То есть, если ты мамку убил пару раз, ты получишь за нее столько очков, сколько раз ты ее убил. Но как и каждый босс имеет свою собственную стоимость. По крайней мере, ну, Нюк решил, что вот так надо сделать. А я, поскольку про Айзека сейчас слишком мало чего знаю, я решил довериться в этом плане Нюку. Ведра какие-то. Какая жесть. Отвратительно. А, да, шипастые. Дай ключ, говорит, держи. Плюс сундук с ключом, окей. Мистер Куколка, скорострельность, длительность, создает 3 случайных сердца. Ну, синих дай мне. Хорошо, черное тоже сердце, здорово. Это стоило того. Серная кислота плюс на людей к урону, кислотная слеза может разрушить камень или открыть секретную комнату. А, выбор из рандома был. Okay. Чего? А, из какашек деньги падают иногда, да? И забыл. Пункт жертвы. Следующая награда. 1 из 12. Шанс на монетку, шанс на бомбу. А я не могу, по идее, жертву... Да, могу, да, несмотря на то, что я летаю. Окей. Если вы в подвале один или убили босса за одну минуту. Окей, очень полезно. Блин, я не посмотрел, что делает числовой магнит 6. Это вот эта диковинка, да? Плюс здесь шансы сделки сделал. Уникальный комнат сделки сделал. Окей. Okay. С какими-то призраками. Все, да? Босс комната. У меня есть ключ на магазин. Пойдем сходим, наверное. Да, у меня нет ключа на магазин. Забытый виси мин-мин. Окей. Почему боссы умирают за секунды, боже мой? Эй, в смысле, я зашел уже сюда? Я не должен был так быстро сюда заходить. Ау. А чего я урон-то получаю? А, тут какие-то невидимые мобы, видимо, гуляют. Это они и есть. Ну, блэд. Понятно, класс. Что еще? Спасибо, дьявол. Я боюсь, что это я взять не могу. Ячмень только для правого глаза. Плюс 28 к урону, плюс 7 к дальности, минус 0,3 скорость слезы. Урон и дальность. Замечательно. У этого его бедной костяшки ячмень на глазу. Окей, поехали дальше. Да, урон у босса просто жесть. Ой, босса, говорю, у персонажа. Боевая комната, а как туда войти, я не помню. С одним хп вроде, да, или что-то такое?
Можно его, короче, кидать одновременно. Чё? Смотрите-ка. Абьюз. Почему он призрак у меня теперь? Он сгорел? Чего? Что у меня с сердцами? Жесть какая. Да. Странные эти ваши проклятые персонажи, да? Ну ладно, уже все. Уже вернулся. Я даже не видел эту личинку, говна. Какие-то ведра. Бэкситить припитанцу можно? Конечно. Жесть, вот это дождь, конечно. Сильнее, чем и выявание последние дни. Бывает. Ну, бомба. Найс. Так, магаз, давай зайдем. Может, бомбу тоже купим. Какой-нибудь ключ. Ключ есть. Спутник, батарейка, заряженный малыш. Чё? Создает батарейку или во время замораживает всех врагов. Шанс получить плюсник заряда предмета, который я не юзаю. Это что такое? Монетки, ключ, неплохо. Персонажем особый огонь попал. После попадания в него ты сможешь пройти в зеркало на этом этаже. Превращает в лост. Нужен для входа в зеркальный этаж. Что я увидел? Да в смысле, пробел — это же бомбы. Бомба на Е, а пробел — это предмет, да? Класс. Ну, ладно, хп восстановил, окей. Чуть-чуть. Зеркало. Я умер. Класс. Не знаю, чего. Наверное, от того, что мой персонаж стоял в огне. Прикольно. Так, нет, рестарт, конечно же, не этим персом. Это что? А, от мухи умер. Говна. Ну ладно. Проклятая Магдалена. Ну, у нее половина хп, два пустых сердца. Она выглядит не так страшно. Многоразовая регенерация, нем сердца. Окей. Нем сердца лечит одно красное сердце, также лечит других игроков на половину красного сердца. Так, чего очень нужны бомбы. ТНТшки не двигаются просто так, нет? И что у нее с этими сердцами? Оно временное, что у нее половина хп временные. Позор, шанс блокировать летящий снаряд с любой стороны, балдеж. А, он пол хп потеряла просто так.
Может, в переходе с комнат? Не знаю, ладно, держи бомбу. А, ну и все, хп закончилось. А чё я сердце не успел подобрать? Жесть! Трогая врагов, наносит контактный урон, за их убийство падают сердца. Жесть какая. Окей. Как использовать этот Q, наверное, да? Зрелость. А, и нем сердце также. Чё оно дало? Не помню, не знаю. Синее явно не сдалось. Карты, по-моему, полезны. А, у меня денег ноль. Чё, тут таблетки, кстати. По скидке за 5 продаются. Если найдем, по-моему, неплохо будет. Забавный перс. Можно еще сделать, отдать бомбы, ключи человечку, да? Почему я кровью ссу? Так и получаю урон. Да жесть какая. Поскольку он элитка, он дамажит по один, да, дополнительно. Урона у слезок Магдалены нету, поэтому... Окей. Чуть не сдох. Парам-пам-пам. Да как бомба-то? Е, что ли? Е. Здорово, монстра. Нужно срезать, а? Что-то... Ту-ту-ту-ту, скорость от ложки, окей. Это опять в альтернативный уровень? Надо туда вообще идти или нет? Блин, одной монетки не хватает, чтобы... Конечно, тебя не фейс-ролит. Да зачем мне? Увы. Понятно. Возьми повешенного, монетки в глазах. Да, ломать их чем буду? Бомбой, которой у меня нет. Плюс 100% шанс на дьявола. А как я буду, подожди, вот ту нажимать? Никак?
Мочемухи. Понял. Да хрен соберешь эти глаза, мне сердца, не надо ничего фейсролить, враги сами наткнутся на урон. Если наткнуться. Тебе не обязательно их нажимать, но я же хочу предмет, правильно? Как будто бы обязательно. Показывая здоровье врагов и урон, наносимый вами, накладывает на врага случайный эффект при контакте, можешь создать союзного паука или батарейку. Ух, ёпт. Нет, какахи сейчас разрастутся павучие. Фу, хп, пойдем в особьем. Скверноплод. Туфелька плюс дальность на 12 урона при прикосновении. Да, мама, сет. Мамин сет. Кайф. Не, ну туфелька этой Магдалине как будто бы идеально заходит, да? Значит, синее сердце тоже тратится жуть. Для маминого сета нужно 3 айтема. Мне кажется, я заметил, там на экране было написано. Неизвестная пилюля. Паралич. Ладно, бывает. Шанс травить слезой, 100% шанс с удачей 12+. Хорошо. А белое сердце она, видимо, тоже донести не может, да? Или подождите-ка. Его же надо просто вынести из локи, я получу дополнительное максимальное. О нет, бежим нахер отсюда. А нет, не домашь меня. Хотя нет, подождите, тратится сейчас. Или я могу не рашить? Блин, ладно. Плюс макс хпшечка, кайф. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. А-а-а. Муха-бомбы. Их бы еще попробовать взорвать, да, у стенки, чтобы... Вон. Какашуни. Это вокруг случайного врага, пока тот не умрет. Носит 30 контактного урона. Балдишь. Сердитая муха. Фига, оно хилит, типа наполовину от того, что у тебя потрачено. Дает случайную карту или руну, усиливает эффект некоторых используемых карт. Че, сумка дает, не говорит, нет, просто рандомно.
Приспомним, копирует эффект, взятый вами карты руны. Ту-ду-тум. Стоп, а мне же, чтобы к демону попасть, не, надо было не получать урон вроде, не? В итоге я получил и... Коробка появляется по один подбираемый предмет каждого типа. Вот. Каждого типа, понял. Зрелость. Че зрелость вообще делает? Душа, воображаемый друг, создает автомат. А. 16. Автомат для сдачи крови, понял. Угу. Это что такое? Бомбой пробивать? При зрелости равно хп ап. Интересно, взрывается, не помню. Что выглядит так, как будто взорвется после смерти. Большая монетка. Для Магдалены, конечно, автомат с кровью полезен, полезен. Чтобы успевать до него добежать. Да. Ага. Пакет с кровью, плюс 1 к здоровью, 0,3 скорость, лечит на 5 сердец. Кайф. Балдеж. Ау. Туфелька вот этот зеленый урон дает. Почему я не всегда от врагов урон в миле получаю? Сопля? Нет, сопля отравляет. Заново в миле дерется. А, я урон в миле не получаю, потому что у меня маска, не? Не все враги бьют контактным уроном. Уверен. О, счастливая какашка, это что такое? А, из нее бы выпадали какашки. Подожди, это мои друзья теперь. Ничего себе. Навсегда? Друзья навсегда. BFFs. Копирует эффект взятой карты. Блин, ну вот, если бы я до этого скопировал, конечно, было бы хорошо. Дает случайную карту или урон, усиливает эффект некоторых используемых карт. Сукно Таро. Сакно Таро. Повешенный. Да обретешь ты просветление. Ну, хоть бы описали, что он делает. Я как-то могу обзор инвентаря стрелки.
полет в пределах комнаты, понял. Это в этой локе у меня было, нет? Ну я забываю, QE лучше бы, блин, бомбы на пробел были. Еще можно перенастроить. Нажмите любую кнопку на контроллере, которую хотите использовать. Ну, клавиатуру. Это не так работает, да? Ну и чё, я не могу сюда пройти. Твою карту не возьмешь? Нет, не хочу. Два раза. Окей. Эти банши. Прими хаос. Блин, не прочитал, что это. И при получении вами урона появляется 6 тролль-бомб. Бомба влияет на модификацию. Увы. Увы. Поторопился. Да он так медленно появляется информация об этом предмете. Ну или я ее просто не вижу. Хо-хо-хо-хо-хо. Да боже мой, отстань от меня. Ты типа ловушка? Он типа ловушка, походу. Да чё минус? А, чё, в смысле? У меня же 2 хп было. Я, короче, хотел хильнуться, но не хильнулся. Ну и забег. Ух уж эти абсолютно неизвестные уровни. Я думаю, ребята на мастере игры сюда не пойдут. Ну, может быть, только брат Хай, потому что он их знает. Аполеон, проклятие слепоты. Бездна уничтожает все артефакты в комнате, создает атакующую муху. Эффект мухи зависит от предметов. Только какая-то рядом с предметом. Ну вот, поэтому я это и не увидел. Слушайте, ну я бы не сказал, что прям проклятые персы сильно сложнее обычных. Пока что. Я пока играю, но я помираю просто потому, что я делаю дичь. Шляпа наблюдателя, взрывы, устойчивость. Где этот взрыв? О, мне бы в прошлой катке это, да? 20% шанс отразить снаряд, блокирует снаряд, попадающий сверху. Альтернативного восстания? Подождите. А, типа, боссы тоже становятся альтернативными или что? Ну, то есть, не только сам персонаж меняет геймплей, но еще и боссы меняются? Нет? А, или Lost, это, видимо, персонаж. Подожди, я первый забег сделал альтернативным Lost'ом. У него урон был, просто миллион урона у него был. Он был очень сильным и вообще топовым. Нет? Играл за альткипера? Ну ладно, допустим.
Не сложнее обычных, сложнее их механики. Я понял, да, я понял. Просто это к тому, что по 3 очка за проклятых героев давать не слишком ли много? Я бы, может, по одному все-таки давал. Нюк сказал, что прям сильно сложнее, но я вот пока играю, мне кажется, что... Я бы, наверное, не давал бы нас... Ну, типа, Нюк предложил аж 3 очка за убийство. Мне кажется, это будет... Неизвестная пилюля. Неизвестный вопросик. Отсутствие денег. Весело, спасибо. Забытый. Ну, я подумал, что это он есть. Даже нужны для прохода на одного из финальных боссов. Они сложнее обычных боссов в том числе. То есть там в сокровищницах всегда выбор между одним видимым и одним вопросом артами. Четыре комнаты с сундуками, но нету на ноль бомб. Понятно. Че, это весь мой первый этаж, класс. Полет бы сейчас налутать на боссе. Ого, я такого даже не помню вроде бы. А, нет, что-то был какой-то паук. Не знаю. В смысле, ты бесконечно этих пауков создавать сейчас или будешь? Можно вот это сделать? Можно, но оно ничего не даст, да? И у него есть ограничение в 4 паука, походу, да? О, было горячо. Кажется, я его не убью, да? В этом случае не хилится, а то... Есть у меня такое подозрение. Хилится, да? Ну, конечно же, у пауков есть контактный урон. Один раз мне показалось, что как будто бы нету. Окей. Мины туфли. А, мамины туфли. Мины. Какие мины? Плюс дальность. Да, один ключ и ничего более интересного. Поехали. Эти сны, блин. О, Бомбермен, здорово. Лицом, фронтальной частью тела. Ну, ладно. Воу. Не знаю, как я не получил этот урон. Бимбы
Есть одна бимба? У меня есть одна бимба. Бимба на Ешку, по-моему. Подожди, еще раз. А вот мой предмет уничтожает все артефакты, создает атакующую муху. Эффекты мухи зависят от предметов. Она навсегда или пока она не помрет? Или как вообще? Потому что я мог бы в этой локе превратить пару предметов. Навсегда так может превратить пилюлю ключ. Нихера не произошло, класс. Все артефакты. Понял. Понял, артефакт. Дает одну бомбу каждые 2-3 комнаты. О, вот это имба. Мешочек с бимбами. Нужно теперь вообще не переживать за... количество бомб. Обезболивающее. Понятия не имею, что делать. Видимо, временный неуяз, или что, я синеньким свечусь. Жесть, огнем насрал. Ты огнем насрал! А кто тушить будет? А, это как? Я понял. Снижение урона до одного сердца. Там был какой-то предмет. Помню такой. Что, осмотреться начали? Сломать там, где какие-нибудь камни с крестиком? Зараженный. Замечательно. Плюс паук. Скорость плюс, скорость снаряда минус. Ну, пойдет. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Ай, ну как, много придумали? Да пока что-то нет. Ну какое-то общее понимание появляется. Опять же, использовать автоматы различные, там, потратить монетки, вот это вот все. Есть идея проклятия, всегда использовать проклятые пилюли. Может быть. Ребят, вот, пожалуйста, вот туда идеи можете закидать? Будет очень здорово. Да в смысле? Секретка... А, нет, подождите-ка, еще есть. Вот эта комната полностью окруженная другими комнатами. Ага. Неизвестная пилюля. Я нашел их и съел. Замечательно. Я могу видеть вечно и... скорость плюс. Что-то мне на скорость везет. Спасибо за монетку, братан. А предметы, которые я еще не купил из магазина, я тоже могу бездны превратить? Или надо купить? Бросает красный огонь, пламя исчезает, когда нанесет урон или заблокирует снаряды 5 раз или через... Я так и думал. Увы. Купи и нажми обилку. Ага, за 9 монет. Свеча сильная. Наверное. Выглядит сильно. Пару секунд, пока в руках держишь. Ага, учусь. Плюс 1.5 к дальности увеличит размер слезы.
Ну, в целом, как будто бы неплохо. Или лучше муху сделать. Да, секретный камень я увидел. Попробуй сделать мух. Пассивка-то вроде неплохая. Муха равно урон. Ну да, это всего лишь дальность. Плюс еще одна такая же. Кайф. Идем к демону. Еще и с шипами, блин. Вот это, конечно, интересно. Чем меня продамажило? Красный костер. Так, по-моему, кошачья лапка клевая, да? Во-первых, можно собрать сет гапи. При использовании превращает один контейнер красного в три сердца души. Не работает с костяными сердцами. Моя тень. При получении вами урона накладывает эффект страха на всех врагов. Оставляет черную союзную личинку. Атакующий врагов стоит с вами, пока не умрет. Не, как будто бы скип. Можно еще в нижнюю комнату сходить, которая с этим. Там сердечки есть. Ту-ту-ру-ту. Ту-ту-ру-ту. Можно свечу купить. Бам-бам-бам. Бросает красный огонь, пламя исчезает, когда нанесет урон или заблокирует снаряд 5 раз или через 10 секунд. А, это обилка. Блин, обилки, конечно. Ладно, зато... Не, ну... Ладно. Если я о нем не забуду. Слушайте, мы уже играем почти час, я ни разу не дошел даже до мамки. Чё-то жестко. Секретка, да. И... Да, блин, долбанные пауки. Класс. Вот ведь байт. Потому что у меня вообще хп нет. Летает по комнате, наносит 17 контактного урона в секунду. Слезы из левого глаза наносит на 13% больше урона, на 34. Не знаю, вы пока подумайте, в муху превратить или... У перса хоть есть глаза? Да вроде есть. Но он же стреляет из них. У него есть левый глаз как раз. Mm-hmm.
Третья муха. Да долбаные пауки, что же такие быстрые-то? Белое сердце. Класс. Так, а как теперь через огонь выйти? А что вот за вот тут песочек какой-то интересный? Огонь тебя не дамажит? Надеюсь. Так, ну секретки могут быть тут и там. Эти ваши секретки и тут и там показывают. А, иди в жопу. Чё-то прям жопа. Так и знал. Минус белое сердце. Увы. Ну, хотя бы выхилился. Не, это бомба. Дай сюда. Персонаж ссытся из-за того, что хп мало. Не, ну может быть. Может быть. Может быть нет. Смотри, в игре такая механика, что такое хп один ударом периодически ссыц. Ну ладно, ладно. Так, в боевую не зайти. Так там вроде фуловым, да, надо быть в боевой? Не уверен, блин. Да долбаные мухи возле говна. Самый незаметный монстр вообще в игре, по-моему. Тем более, когда у тебя у самого, блин, мухи, которые дамагом занимаются. Одна вторая синего сердца при переходе на новый этаж. Отображает предстоящий артефакт комнаты, сокровищ и босса при переходе. Никаких ограничений. Везде, где есть артефакты, можно найти абсолютно любой. А вот 3-2 это типа редкость артефакта, создает 1-6 подбираемых предметов. Ладно, я сейчас хпшку куплю, а там посмотрим. Может хаос купить. Типа где-то можно найти, я так понимаю, проклятые и так далее, да? Проклятые, божественные и прочие штуки. Типа... Или какие-нибудь эндгеймовые... То есть более редкие, не знаю, там есть. Тут есть такая градация, я вообще без понятия, правда. Любой предмет любого пула. Так что бы это значило, понимаешь? Что бы это вообще значило? Ауч. Вопрос-то в этом. Ты раскидался говной.
блевотнёй какой-то. Шар из пластырей. Уровень 1. Орбитальный спутник. Уровень 2. Стреляющий спутник. Уровень 3. Маленькая девочка-пластырь. Полноценная девочка-пластырь. Ешь. Бездный? Типа не очень. Опять. Есть набор дьявола, ангела, золотой комнаты, магазина, золотого сундука, босса и кучу других. У всех предметов есть ограничения на том, где они могут выпасть, а хаос его убирает. Ну, я понял, да, я понял. Ну, давай еще одну муху. К такому, что ли, пойти? Так, во-первых, вон там вот комната была, на которую у меня не хватало бимб. А теперь у меня на нее хватает бимб. Значит, можно в нее зайти. Можно огнем подвинуть монетку. Жаль. Чё ржёшь, я ещё не помер. Бомбой, да, можно, я помню. Зеркало. Свет мой зеркальце, скажи. Fisting is 300 bucks. Его, наверное, взорвать надо. Так, мне бы секрет найти сейчас. Есть одна комната, которая окружена аж четырьмя, значит, секрет, по идее, там. Взорви ковер, не взрывай ковер. Башня, мир. Шесть кластеров объектов или камней. Высокий шанс скрытых камней. Мир показывает всю карту уровня, окей. Дурак телепортирует начало, понял. Давай башню возьмем. Страшно, блин. Не было раньше такого. Раньше башня что-то другое вроде делала. Альтернативная башня. Ладно. Ну хоть что-то выстрелишь. Одну монету, тварь. Что-то высрал. Я молодец. А почему урон-то двойной? Я вроде не в зонах мамки, не? Ну ладно. Стальные яйца. Шипы всегда на фулл сердце дамажит. Ладно. Не помню я такого. 33% шанс на ангела, кстати. Здесь надо правильно свалить камень, да, например, вот отсюда, чтобы он вниз свалился, и тогда я смогу забрать этот ключ. Это же так работает, по-моему, да.
Окей. А чё, босс? Я не увидел. Блин, чап. Я не помню, что он делает. Свет мелочью, судя по всему. Ценник здоровья лечит одно красное сердце. Не, ну это мы точно возьмем. Зачем превращать, правильно? Тем более, демон впереди. А почему ты враг? Ты мой друг, я твой враг. Она с тобою. Все не так, все не то. По бульвару Москвы. Два, блин, он, оказывается, и так умеет. А так как кровавым лазером в четыре стороны. Зарядка в три комнаты, да? Я как-то могу комнату выкинуть нахер. Показывать твои или. Плюс муха. Изи. Ну, кстати, все, зато все увидели. Пойдем дальше. Третье. А, меня рандомно протануло в комнату босса. Я и удивился. Че это меня. Че это я не видел, что там босс-то был. Меня в нее рандомно протануло. Это какое-то проклятие на уровне, да? Проклятие рандомности или что-то такое? Где-то оно написано вообще. Проклятие путаницы, пещеры 2, да, вижу. Летает. День прощания. День, когда горят костры рябин. Пукчамп. Спасибо, чамп. Тебе они больше не нужны. А почему я от него урон не получил? Ага, потому что бомба не наносит мне урона, по-моему, да? Хороший забег, может, хотят, пройдем. Ой, зачем я... Че я делаю? Что, мне показалось, это хорошая идея. Тролла бомба. Вильзеву. Так, одержимый фанат. Повторяет движение с задержкой 0,66 секунд. Носит риск контактного урона в секунду. Давай сюда в допмуху просто. Так. Я же могу грибы взорвать, да? Могу, хорошо. Известная пилюля. Зараженный. Ладно. Здесь что? Я не могу узнать, какая там карта до тех пор, пока ее нет. Да почему батл-комната закрыта? Да скажите, пожалуйста. Я думал, там то ли фул хп надо, то ли полсердечка. Ни то, ни другое мое не, это не оправдалось. Один все-таки нужно. Ровно, то есть даже не половина, а один. Жесть. Пошел в жопу.
Ау. Больно. Экспериментальная пилюля. Так, что он делает? Улучшает одну случайную характеристику, понижает одну случайную характеристику. Не будет понижения, если есть докторская степень. Счастливая нога или дева. Не будет повышения, если есть фальшивая докторская степень. Без эффекта, я нашел пилюлю. Плюс ОЗ, минус скорострельность. Да пожалуйста. Так а зачем существуют «я нашел пилюли», если... Звучат довольно бесполезно. Блин, надо попозже, наверное, сюда еще вернусь. Батл череп — это одно сердце, там босс-файт, простая батл на фулл. Ага. А можно взять с собой, например, черное сердце в эту битву? Там, типа, обязательно одно красное должно быть, или... Ау. Ну вот я и дошел до одного красного, чё. Кажется, тяжело дамажить этими пососными мухами. Создает два костяных сердца. Сумма всех не более одного, да? Ну пойдем туда, там мы и умрем, да, получается. Зато будет весело. Черных и синих сколько угодно. А, точно, я могу карту прям там заюзать. Что такое костяные сердца? Это вот которые черные? Че? Да, мама создает на полу 4 пилюли. Ой, нет, нафиг. Так. Блин, я вообще первый раз... А, я не могу превратить, потому что у меня не настакано. Ну, придется залутать 4 пососные пилюли. Абасун, 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 говна. Мухи в атаку, намочу. А в смысле, вы серьезно сейчас? Вон. Два сердца душ, стальные яйца. Какая, блин, кнопка? Ю, да? Скорострельность плюс, хорошо. Balls of steel. Я нашел пилюли и съел их. Слушайте, я хочу добить... А... Ладно, я понял. Немного не так я себе это представлял. Я же правильно помню, что если поставить здесь бомбу, то я смогу сделать мостик. Стальные сердца нужно наполнить красным, тогда они не будут ломаться. Ладно. Там вижу игровую комнату. Нормально так мухи надамажили. Быстро. Быстро и четко. За каждый пустой контейнер красных сердец увеличивает урон по формуле. 2 множитель
Отсутствующая половина сердец. Хорошо, а эффекты дуют мухи зависят от предметов. Артефакт в ком создают муху. А урон мухи хоть как-нибудь от чего-нибудь зависит или нет? Ну, типа, от моего урона или нет? Или лучше превратить его в муху? От моего урона, то есть адреналин взять нормальная тема, да? Угу. Блин, x2 урона просто резко. Обычный урон мухи x3 твоего, жесть. Так, ну аркадная комната звучит хорошо. Я вам сам муха. Так, что за карта? Неизвестно. Рандомная. Плавильня поглощает переносимый вами брелок и дает вам его эффект навсегда. Увеличенный шанс на выпадение брелка. Прикольная штука. Свечка, иммунитет к проклятиям. Плюс одно черное сердце. Высокий шанс на появление демона-ангела. Тоже кайф, да. Что из этого я готов сделать? Взять свечу, наверное. Два сердца. Так, а пилюлю я знаю уже желтую. Одно союзного паука за каждую... За каждое что... Кучку в комнате. Давайте сюда заглянем. Так, хп у меня для тебя нету. Или дело в слот машины потыкаться. Чё подобрал? Не знаю, муху. Муху. Взорви его. А за это, по-моему, доп шанс на демона, да, будет? Или что-то такое? Там, по-моему, за каждого этого человечка, если взрывать, да? Или он, в принципе, драться со мной сейчас будет? Не могу как взорвать одновременно и этот, и вот этот? Не могу, да? Кайф. Х2 кайф. Окей. Не, что-то никаких шансов не прибавилось. Может, на следующем уровне прибавится. Так, я пойду еще. А, у меня 0 бомб осталось. Ну ладно, пойдем. Balls of Steel. Блин, да где комната с боссом-то была? Слева. Никогда не понимал прикол этого рогалика, как рогалика. Ну, здесь супер много предметов, и от этого очень много комбинаций говна. В прямом смысле. Очень много комбинаций, что у тебя прокнет... Ну, что у тебя будет сильный билд или наоборот слабый билд, короче. Комбулечек в игре довольно много. А так? Я сейчас тоже небольшой фанат Айзека, но я в него переиграл. Я в него переиграл в 2011 году, и с тех пор он меня вот до сих пор не... Как-то вот не встает на него. Так что, костяное сердце можно сделать...
можно сделать постоянным? Я вас правильно понял? Пастой. Давай. Подожди, это мне придется пройти по шипастому мосту. Раньше такого не было. Привет, ты видел игру Magicraft? Здорово, я видел игру Magicraft. И стримил ее. Можно посмотреть на ютубе. Леон, виси, лень. Гнилая голова, да, ну надо ее, наверное, превращать, да, свободно в муху. Зачем мне используемая голова? Призывает одного союзного паука за каждую кучку говна. Хорошо. Блин, хотел здесь призвать пауков, но что-то здесь нет кучек говна. Увы. У новый монстр, кстати, такого тоже не было. И я не помню, как вы стреляете. Ну, подожди, они вообще стреляют? Почему они не стреляют? А, они стреляют. А, все, все, увидел. Увидел кус этих. Они стреляют, просто на следующих уровнях у мамки будут лазером стрелять. А сейчас стреляют... батарейк личинками, да? Не забывайте про пробел, кстати, полезно, что все-таки спасибо за ответ, пожалуйста. Давайте босса, наверное, побьем. Виси, сестры, вис. Такого босса тоже не было никогда. Ни хрена себе. Спавнят еще. Наблевал. Близняшки, короче. Ай, стой, не бери говно. Безопасная булавка плюс дальность, скорость слезы, черное сердце. Блин, ну как будто бы надо делать вот так. Брать муху еще одну. Плюс 2 синих сердца, символ баланс. При зачистке комнат более чаще выпадают предметы. Приоритетное выпадение предметов, которых не хватает игроку. Интересненько. Еще белое сердце сразу дали. Так, а что, мне лучше сейчас с белым сердцем? А это что за комната? Ну ладно. Мне лучше сейчас зайти, чтобы белое сердце прокнуть? Или... Я же его не потеряю, если буду получать урон там по синим сердцам и так далее. Сестры Виз довольно старый босс, но на релизе, когда они только вышли, были имбовые, что жесть. Наверное... Ты играл в эту игру, вышел в 2022-м Few Nights More. Few Nights More, что-то знакомое, скорее всего, да? Сначала черные и синие будут тратиться. А, то есть я могу спокойно... А это что в итоге? Тоже проход в какую-то особую комнату. Блин, а фиолетовые эти тоже стреляют, да? То есть надо думать быстрее. Думай быстрее, стример. Mm.
А, нифига себе, кусака какой. Кот. Да, 9 жизней. Снимает все красные сердца, кроме одного. Возрождение с одним из сердцем. Блин, мне бы бездну достакать, да? И уничтожить его. Тебе из-за шприца не надо наполнять красные сердца. Минус урон будет. Да камон. Так, сущность вифы какой-то. Туастер! Поездатый рейд, здравствуй. Дождался своих поездов, я так понимаю. И наслаждаешься... Наслаждаешься ими, соответственно. Стоит 5 огоньков при входе в комнату ангела. Пожертвование по прошайкам, шансом можешь создать случайный огонек. Ну, давай возьмем. А, это вот диковинка как раз, да? Которых у меня пока что нету. Ладно. А белое сердце вместе с этим... забавно. А мы вот говной балуемся, как видите. Говной, мухами, мочой и вот этим всем. Маски... А, маски это просто... Часть сердца, да? Если сердце убить... Маска умрет тоже, да? Оу-оу-оу-оу! Вот, у нас тут весело, да? Не, ну, я искренне кайфанул. Ну, я рад за тебя. Я так и не понял, что у меня с этим сердцем в итоге произошло. Пойду заберу этого котика. А уже был бы второй предмет котика, или это не в этом забеге у меня был? Плюс муха. Найс. Поездовый рейд. Реально на поезде в рейд приехали. Жесткие. Жесткие вы, рад вас видеть. Ты чё такое? Открывает секретные комнаты. Ну слушай, ну давай, ладно. Я вижу все. Все взрывается, помогите. Почему взрывается? Потому что они плюются и не видно плюются. Вообще не видно за этим количеством мух. Создает 3 синих сердца и 2 ангельских артефакта. Вопрос, скорость зарядки. Если была совершена сделка с дьяволом, то 2 синих сердца и 1 ангельский артефакт заряжается, подбирая синие и черные сердца. Блин, интересненько. Прикольно. Повышает случайную характеристику. Замечательно. Че, взять, что думаете? Взять, не взять? Взять, не взять. Зарядка 12 комнат. Так нет же, написано, как заряжается. Прям перед концом стрима разогнались до предела. Умерли от перегрузок, а затормозили уже у тебя в чате, как назад будущее 3. Кайф. Ну че, берем, не берем, не знаю, не. Наверное, нет. За. Мне кажется, скип. Экспериментальную пилюлю тоже нужен скип. Ключей не очень много, на самом деле. Так, секретные комнаты здесь, видимо, нету. Сверху как будто бы тоже нету. Тут? Тут. Да как я мог от этого урон получить?
Гигасморг. Папина потерянная монета. Плюс 0.38 к дальности. Создает счастливую монетку. Я помню это. Плюс удачи. Ладно. Добавить смайлик на, на канале обнаружен недостаток котиков. Сейчас добавлю, подожди. Так, а сколько времени? Уже 6 часов. Мы просто в 8 на дегустацию... Добавил, он добавил. Мы 8 на дегустацию томатных гёзешек идем в бар. Вот так вот. Здесь будет вкусно. Блин, мне пойти налево или я там помру нахер? Давайте сходим. Я вроде сильный, может быть, хотя бы походим по этим интересным комнатам. Безе... Нет, гёзе. Это томатное пиво. Гиена 1. Два ключа требуют, да, я так понимаю? Это дверь! Мне не хотят от него мухи посоединиться, нет? Так вот, что с этими челами делать? Убивать их? Взрывать, не взрывать? Нихера себе монет налутал. Сожги чела с монетами в глазах. Да сколько завтра подрубать будешь? Ну, у нас начало всего ивента в 12. Я подрублю пораньше. Я подрублю часов 10, наверное. Может, на Децеузе посидим чуть-чуть. Ну, понятно. Интересные вы, товарищи. А, это ловушки, что ли? Надо ловушки, понятно. Костяное. Жесть, портал с мухами. Да, тяжеленькая лока. Жесть. Он превращается в больше монстров. В свою очередь тоже воскрешаются. Окей. Тролло-ло-ло-ло. Не заметил. Эти муха достала летать, вот честно. Маленький рог. Шанс выстрелить лизой, которая призывает руку большого рога. Рука убивает врагов мгновенно и наносит урон боссам. Столкновение персонажа с врагами нанесет им 3,5 урона. Третьего уровня. Блин, давайте, может, муху создадим. Зачем мне это выстрелить слезой? ХЗ. Крутая штука, бери. ХЗ. Ну ладно. Может, за нее бы крутую муху бы дали, не? А я сердечко-то взял в итоге или решил не брать? Доставить, потом вернуться. А как? Да не, наверное, взял. Если нет, то я сморг. Нифига себе, мобы, у которых есть удар. Ого, это, конечно, это... Новый уровень игровой индустрии, если честно. Чё, справа меня ещё продамажают. Да в смысле, иди в жопу! Я уже все здесь сломал, отстань от меня. Сейчас тебя также сломаем. Стволовая клетка. При спуске на следующий этаж красные сердца исцеляются до половины от максимума. Если красных сердец больше и равно половине, то лечат половину красного сердца. Вы можете тебя в муху превратить? Нельзя. Угу. То есть это этот гаджет, да? Регенерация.
5 огоньков при входе в комнату ангела. Ну, шанс на комнату ангела, конечно, не очень высокий, но... Я вообще ни хера не понял, что тут происходит. Да муха, отвали! Дьявол, наслаждайтесь силой тьмы. 2 урона в данной комнате. Фон. Да, жесть. Ого, его реально уничтожила рука и застанила весь экран. Офигеть. Прикольно. Плюс 3 сердца души. При получении любой следующий урон в пределах комнаты отнимает пол сердца. В пределах одной комнаты. Или какой? Или как? Не понял описание. Звучит мощно. Дополнительная секретная комната на новом этаже, если брелок при вас. А у меня сейчас что? У меня эти ангельские шанс. Ну, короче. Нихера себе. Мамин жемчуг. Дальность удачи синее сердце. Вот его можно превратить на самом деле. Правда, у меня почти мамин сет типа собран частично, не? Брать, не брать. Дьявол, урон в комнате, да? Че, вернемся сюда? Блин, дополнительная секретка звучит прикольно. Зажать Ctrl, сброс всех предметов и брелков. Down to space. Не знаю, что это. Что-то такое. Хочу босса попробовать убить. А че это за бомба? Кнопка такая страшная. А ну-ка подсказывайте. Красная кнопка убивает всех врагов. Нихера себе, понял вас. Ха. Какая самонаводящаяся хуйня, да? О, еще одна секретка. Ага.
Это, наверное, карты будет давать, да, этот? Заведи питомца, он поднимет тебе настроение. Ты губишь свою жизнь. Узри, что узрел он, делай, что делал он. Сдавайся. Оспаривай авторитет. Создает автомат для сдачи крови. У-у-у. Данная комната дает самонаводящие слезы и плюс 3 дальности. Маг. Дьявол в маскировке. Из сломанной кучки появляется союзная муха. Не, ну это фигня. 25% шанс получить бомбу при подборе монеты. Двери хорошо. Еще долго можно это тратить? Думай сам. Спасибо. Босс ангелы будут оставлять другие артефакты вместо частей ключа. Ну, то есть она тоже может взорваться, да? Не, в смысле, пока деньги не кончатся. Бомба, ключ, монет, сердце. О, тут еще это миндаль, иначе мало шанс появления спутника при получении урона, нужно сработать дважды. Ля, босс, лик. А, ну это типа большое сердце. Босс по типу элиток взяли. Кажется, эту идею они взяли из, не знаю, в Ремнанте. Обычно боссы элитки. Охренеть. Ну и босс, конечно. А вот и ангел. Повезло, однако, да? Плюс один к здоровью, лечит одно красное сердце. Блин, взять или превратить в муху? Наверное, взять. Муха. Щит, блокирующий снаряды. Ты чувствуешь себя защищенным. Угу. У меня, кстати, огоньки есть теперь. Я теперь клёвый. Блин, я теперь не могу получать урон по ХП, потому... А я хотел взять автомат крови сделать. Может... Подожди, в смысле? Так если я сделаю сейчас автомат крови, я же это... Сдавать можно? А, и типа белое сердце не минусанется? Потому что это доброе дело или что? Ну да. Ну ладно. Да, видимо и правда можно. Да что, оп, пришла штука, капельница. А, блин, капельница так юзается. Так мы сейчас, получается, ее... Блин, дурацкий маг. Мы сейчас ее в муху превратим просто-напросто. Можно было, наверное, ее юзнуть или... Не знаю, может, не знаю. Так. Не надо было бы тебе просто монетки дали. Так, малыш, король. Все спутники следуют за ним и автоматически стреляют в врагов. Останавливается во время стрельбы. Телепортируется обратно к вам, когда вы перестаете стрелять. Забавно. Ну, я понимаю, что за счет сердец. Ну, а что, мне сердца жалко, что ли?
Блин, ну давай возьмем, наверное. Он же тоже будет стрелять, нет? Он типа остается на месте, я понял, как это работает. Хм. Может и фигня на самом деле. Его прикольно было бы превратить, но у меня КД было на превращении, поэтому. Жесть, забег целый час. И я еще. Просто поймите, что я еще не заработал ни одного балла по системе баллов нашей. Потому что надо убить мамку, а за ней еще особых вот этих новых боссов. И как бы я не уверен, что ребята, у которых 10, 20, 30 часов, знают игру лучше, чем я. И могут в нее отыграть лучше, чем я. Зато развалишь всех, по идее. Так я же не знаю их. Ну, не знаю, развалю или не развалю. Может, нет, может, да, хз. Так, секретки же я уже нашел, да? Вот там еще чел висит. Ну, то есть, ты предполагаешь, вот сколько боссов я сейчас убью? Что, ну, убью мамку, убью ногу, убью сердце, а дальше? Хочу разорванную карту вместо ангела, да, взять? Вот этот мамин жемчуг превратим в муху. Да, наверное. Доп-секретка звучит кайфово. Нужна система за обычных концах этажей по одному, а за особых в конце забега больше. Мне тоже кажется, что хотя бы за обычных. Но прикол еще в том, что мы обычных вообще можем пропустить. То есть мы можем не увидеть, как кто-то убил обычного босса, потому что... Они иногда умирают за секунды. Но мне тоже кажется, что надо за обычных боссов давать. Это телепорт, я правильно понимаю? Угадал. Ой, братан, ну держи, ладно. Какой жадина! Да в смысле? Ты издеваешься? Говна кусок. Ау. Нихера себе, там рука вылезла, лампа убивала все вообще. Да, я думаю, что систему баллов все же переработаем, скорее всего. Мне тоже кажется, что странновато не давать баллов за любых убитых боссов. В общем, будет, я думаю, будет что-то типа один балл за каждого босса в локации обычных. И вот уже за главных боссов, например, за мамку там, 5. Потому что, чтобы до нее дойти, надо, ну, минимум полчаса, если ты быстро... Ну, ладно, минимум 20 минут, если ты быстро идешь. Мне Нюк рассказывал, что там до мамки можешь за 20 добраться и... И типа это будет дополнительный босс какой-то, да, спидранерский босс-раш, что-то такое. Вот, но я сомневаюсь, что кто-то будет прям спидранить, и людям бы игру, да, вспомнить. Это тоже ТПшки, я понял, все, я осознал.
Полет бы, да. Охренеть, эта рука, конечно. Ладно, я реально не зря мы ее взяли. Что-то она какая-то жесткая. Просто охренеть. Так, секрет очка. Экспериментальная. Всегда берем скорострельность минус скорость снаряда. Допустим. Гаппи. 50 шанс возродиться после смерти. Ой, ну это, наверное, всегда берем, не? Вместо мухи, да? X1 вопрос. Ау. Так, стоп, они тоже... Нет, они стреляют, когда хотят, ходят, когда хотят. Я подумал, может, когда я что-то делаю. Да я заметил, что эта рука неуязвимых врагов убивает. Вообще дичь. Прям вообще жестко. А это же ловушки. Офигеть. Ну, то есть, если я постреляю в эту ловушку сейчас... Не успел прочитать, против кого я. А я вообще лицом урон не получаю, потому что щит вот этот вот... Он же вроде маска лицом блокировала. Не? Так, тут что? Почему-то закрыто было. А, магазин. Щит от выстрелов, куда смотрит персон, так он имбово звучит, да? Так, есть какие-то часочные писы. Песочные часы. Перенесет вас в предыдущую комнату. Все вокруг восстанавливают свое первоначальное состояние, какое бы оно имели, когда вы были в предыдущей комнате. Давайте просто... Раз актив, кто может скушать. Да я вот да, хочу ее. Это же активочка, да? То есть я ее беру, делаю так и съедаю ее бездной, да? Угу. Кайф, кайф. Что за пилюля? Неизвестная пилюля. Ура! Скорость минус. Кайф. Колесо фортуны. Крути колесо фортуны. Нихера себе плюются кровью. Ну, я пытался. А, у меня нет урона от бомбы. Пилюля. Вызывает паука. Окей. Я устал. Еще не открыл твою локу. Какие что-то враги жесткие, да, сильные. Их еще много, он, блин. Неприятненькие. Сердца какие-то. Короче, вот этого короля я вообще зря взял. Класс. Отмечено или вопрос? Вы стреляете слезами в направлении маркеров, которым управляете. А, тут вон ключина. Да мне... Я просто вернусь сюда и превращу это в предмет, да? Как будто бы мне надо так сделать. Превращу это в муху, вернее, да? Что-то заражённое какое-то говно полное. Секреточка. Ты чё, монеток просишь? А почему он какой-то больной, зараженный, не знаю. Так, он выкинул мне гнилого малыша, соединенного, атакует союзными мухами. А у меня же миллион мух. Слушайте, может он полезным будет, не?
А соединенное это с каким? С королем он соединяется? А король ему не будет мешать? Это не будет полный фейл? У него свои мухи? А, да. Ладно, да, вижу, стреляет своими, окей. Не мои, да-да, понял. У меня было где похилиться, ну где-то были сердца еще, да? Стремно, на самом деле. Магазе. Может быть? Не было, блин. Взорви аппарат. Да я думаю его добить. Может, с него выпадет плюс хпшка. А, я понял. Я по-другому себе это ожидал. Почему у меня сундук продамаживали, мне показалось. Экспериментальная пилюля. Плюс скорострельность, минус ОЗ. О, нет. Ладно, возможно, и правда стоит взорвать. Хрена мне открывать сокровищницу, если я могу использовать эту бездну. Сможешь себя подвинуть чуть-чуть. Сколько времени уже? 18-18. Так, ну поехали. А, мама уже. Айзек! У нее чуть новые атаки здесь какие-то в подвале. Жестко. Ага, класс, замечательно. Может, она не будет такой сильной? А чего я получаю урон? Я ни хрена не вижу на экране. Какие демоны, жопы, прыщи появляются, нога. Нога еще и пердит в конце. Медведь. Научи маму пердеть. Какая дичь. Ладно, еле-еле, конечно. Фоткарточка дает короткую неуязвимость. Если осталась 1/2 или нет красных сердец, позволяет пройти на этаж сундук. Позволяет открыть странную дверь. Негатив. Плюс 1 урон. Наносит урон всем врагам в комнате, если осталась 1/2 или нет красных сердец. Позволяет пройти на этаж темная комната или открыть странную дверь. И что мне брать? Это типа обязательный предмет, с которым я могу выбрать, куда я пойду. Что предлагаете? А ты на кого идешь? Я откуда знаю? На кого идешь? Ты серьезно, что ли? Ребят, ну... На юриста, да. Я знаю двух боссов. Ангела и дьявола.
Как так получилось, что ты не играл в нового Айзека так долго? Ты же Архонт Рогаликов, потому что он скучный для меня. Мне не нравится Айзек после... Вот он как был в 2011-м. Да, тут новые комнаты, новые монстры, какие-то новые предметы, но в целом ничего не изменилось для меня. Вот и все. Судьба предрешена, ладно. Урон для мух тема. Теперь здесь мы будем получать по единичке всегда, да? Правильно? Правильно. Так, чуваки. Так, он же там мух еще иногда. Так, это что, дает случайный предмет через каждые несколько комнат. Вообще кайф. А за ним реально можно уследить, или он грёбаный мошенник? Понял. Мошенник, значит. О! Видишь? Муха. Блин, так хотел муху. Они же классные дефают от снарядов рандомных, которые в лицо летят. Да в смысле? Что мне мух-то отдашь? Сейчас все деньги потрачу таким образом. Ладно, пойдем пока. Это какая-то усложненная, да, комната с мамкой? Она что-то у нее, она так светится, интересно. Луна вопрос. Телепортируется в ультрасекретную комнату. Создаст красную комнату для выхода к обычным комнатам. Черная руна наносит урон всем врагам в комнате. Поглощает все артефакты в комнате. Взамен дает плюс к случайным характеристикам. Юзай. Да, конечно, юзну сейчас. Так, а вот это как... Это как работает вообще? Это как юшка? Че? Ну, давайте попробуем. Что ты такое? Накладывает страх на врагов в небольшом радиусе вокруг персонажа. Хорошо. Очень жутко. Очень жутко. Очень жутко. Так, а что значит создают красную комнату для выхода? Чем сложнее красная комната, чем обычная. Ну вот враги, у врагов, видимо, самонаводящиеся удары. Это все, что я понял. Дублирует всех синих пауков, мух, которых вы создаете. Да? Ну, правда, только синих мух, да? Ну, у меня зеленый мелкий, который с мухами, как будто бы имба. Грибы-грибочки.
Двое от количества ваших бомб. Хо-хо! Окей. Стоять, ты дурацкий шип говна. Жесть, я красный, страшный какой-то весь. А, это тоже летающий, такой же открывающийся. Принял. Блин, а зачем мне еще один такой же? У меня уже один есть. Может, этот, конечно, не такой скамер, но... Блин, как у меня мало хпшек, просто жесть, типа. Ну, че это такое вообще? Особый, который можно открыть красным ключом или его осколком. Это дополнительная комната, в которых может быть любой тип комнаты. Не успевает рука появиться. Плюсы фортуны. Это можно. А, это. Я думал, нормальная будет, которая просто крути себе семерки, да хилки выбивай. Это говно, это дурацкое. Да уж. Мог быть и обычный, понятно. О, вот это, кстати, хорошо, но если у меня будут запасные хпшки... Плюс 3 шанс появления вечных сердец, библейский тракт. Блин, ну вообще... А, ну это вместо доп-мух. Чё взять, не взять? Мне кажется, синие мухи клёво. С учетом блюющего этого, который синими мухами. Да, я понял, что вечно это белое. Шанс маловат, но мне тоже так кажется. Но... хорошая комната. Нет. Я знал, что эти взрываются. Как у меня было много бомб, просто жуть. Блин, а здесь же по одному урону буду получать. Но нет, в комнате я получаю на один меньше, да, получается. Скажи, после первой тычки. Как бы это сделать? Потыкаться чуть-чуть. Я чуть-чуть потыкаюсь. Все лучше было продать, наверное. У меня деньги вроде есть. А давайте еще один раз и взрываем. Просто хотелось бы макс хпшку получить. В итоге выхилился, окей. Пойдет, у меня здесь еще и два сердца. Можно еще теперь тебе немножко денег дать. Муха! Да чтоб тебя.
Гига Какахин развалился. Я понял, что ты, наверное, не хочешь стрелять пока. Ага. Так, это все взрываем. Это у нас неизвестное. Плюс удача. Балдеж. Как это тут не разбилось-то? Карта телепортирует в комнату с боссом. О, а надо. Умер. А, ну да, здрасте. Сразу оно живое. То есть в Омбе только одну комнату проходишь, потом дерешься с оно живое. Че за звуки, а? Мы идем. Сколько времени? 18:30. Мы идем в 19:30 сейчас. Я просто помнил, что вроде всегда две комнаты было. То есть вначале мамка, потом этот. Второй альтернативный этаж считается как один этаж next главы. Мне вниз. То, что ты пошел через гиену. Понял, ну ладно. Окей. Я просто помню, что в Умбе два этажа, да, всегда было. Взорвать здесь что-нибудь. Убивать, поломать. Лень. Давайте вниз, ладно. Мы же сразу к боссу, что, юзнем императора? Пока хп фуловое. Шестью хпшками. Не знаю боссов. Сатана, ладно, с сатаной я когда-то еще дрался. Счет большой достаточно. Это еще не последняя фаза, да. Там ноги будут, да. Причем две. В отличие от мамки. И еще большая голова, нет? Так, и что дальше? Я прошел игру, или у меня будут дальше еще какие-то боссы, или я не выполнил каких-то крутых условий, чтобы еще боссов встретить. Дальше еще этаж, да, через сундук. Давайте прогуляемся здесь еще. Скорострельность. Обоссался. Минус скорость. Плюс удача. Я могу видеть вечно. Окей. А в том же мега сатана. Ну, давайте уж все дочистим. Я же в том числе стараюсь локации вспомнить, чтобы
хоть как-то это все дело комментировать на мастере Игорей. Не очень хорошо знаю игру. Мастер ключ. Это он чисто на эту локацию будет. Ау. Надо было сразу сожрать пилюлю. Все темные. Демоны летают. Очень страшно, просто с наводкой летит в меня. В темноте. Ладно тебе, помри. Надо было I can see everything оставить, но... Следующий лук, наверное. Опа, распродажа в стиле. Вот не по Айзеку будет. Не представляю, как это комментить. Да хз. 50 стоимости предметов в магазине, получение нескольких копий этого предмета снижает цену еще больше. Не, слушайте, я предлагаю в бездну отправить этот предмет. Превратить его в муху, да? Нихера себе, однако! Сказал я себе. Больно. Крипово. Прекрасный урон. В прекрасной локе. Ой-ой, сатана, привет. Чё продаешь? Фальшивая докторская идентифицирует пилюли, плюс одно черное сердце, плюс одна пилюля превращает хорошие в плохие. Пилюли, которые дают плохие характеристики, повышают урон, другие пилюли создают черные сердца при употреблении. И руководство по монстрам. Книжный червь призывает случайного спутника. Он остается до конца этажа. А, ну это разово. Так, ну слушайте, я предлагаю на самом деле... Блин, я смогу сюда вернуться? По-моему, к дьяволу не возвращаются, да? Если не решился, то не пойдешь. Ну и ладно. Ничего, у нас экспериментально. Урон повышает, дальность. Минус ОЗ. Блин, экспериментальный как будто бы никогда нельзя юзать. Минус ХП, это же просто дичь. Че за говно вообще? Ну или только с докторской степенью, типа, пропилюли, да? Уже который раз теряю ХП просто так. Удаляет самый старый пассивный эффект, не стартовый артефакт. Создает два артефакта на пьедестале из пула данной комнаты. Самый старый артефакт у меня это... Как понять... Я не помню. Юзани в секретке. Я точно ничего хорошего не выкинул. Не стану. Ровно не стану. Шляп, по идее. По-моему, она реально первая у меня была. Да. Да, скорее всего. Потом туфли. Вот шаны блокирует снаряды, падающие сверху. Блин, как будто бы костяной шляп терять не очень хочется. Она крутая. Красная заплатка. Шанс получить курону за на данную комнату. Если вы получили урон, 100% шанс при удаче 8. 1.8 урона. Это этот диковинка, да? Блин, мне единички удачи не хватает. Ау. Да, она еще от взрыва защищает.
В смысле больше не понадобится? Что, больше не будет взрывов и ударов сверху? Если у меня удача будет, тоже высокий шанс. Ну, могу взять в целом. Урон штука нужная, чтобы боссов шотать, да? Че, реально говорите, юзнуть секрет? Ну давайте попробуем. Весело же. Да, шляпу выкинул. Получил какой-то ключ на говна и со случайным шансом дает мешочки с... О, боже мой. Короче, берем две мухи просто. Ну, случайный предмет с шансом хорошо, но мы же почти игру уже прошли. Типа. Эн, чел. Я думал, ты уже мертв, и я могу выйти. Синие огни же, кстати, взрывать надо. За них же дают эти. Я тут, блин, вспомнил. С них же синие сердца дают. Ай, душа, воображаемый друг. Что он делает? Летает по комнате, стреляет в том же направлении, что и вы, наносит 3-5 урона. Не, лучше заплатку оставим. А магический костер надо ломать, нет? Десять процентов есть сложный режим. Угу. Режим сложный как раз. Так что хз. Блин, что-то страшно идти в комнату, где хп теряешь. Да почему там шипы-то? Луканы. Окей. Золотая бомба, что такое? Бесконечные бомбы в этой локе тоже? Как и золотой ключ. Да, когда у тебя 60 бомб и... Да, да, и как я должен это забрать? Класс. Использую их где нужно. А где мне нужно использовать бомбы, блин? Я же сейчас это, скорее урон получу от бомб. А что здесь, на этой локе типа нету магазина, да? Там сердечко. Синее сердечко. Ну ладно, поехали. Черный порошок выставляет за собой. На полу черный след. Образовавший из него круг создаст пентаграмму. Виафан плюс урон плюс черное сердце. Блин, вот метка хорошая штука за одно сердечко, как будто бы. У тебя же иммун к бомбам, у меня больше нет иммуна к бомбам. Или я могу просто взять 4 этих, да? Рабочий урон добавляет скорость и скорострельность до конца этажа. Метка перед финальным боссом. Типа взять ее? А эти штуки не пропадут, да, если я уйду из Локи? Ну, вон тогда. Выглядит очень страшно, как будто я сейчас получу урон и умру.
Ну ладно. За 6 тролль-бомб. От которых у меня, кстати, больше нет иммуна. Короче, тут одни боссы, да, и нам нужен какой-то ключ найти. Собирает красные сердца с пола. Каждые полтора сердца создает одно черное. Пилюлю, карту, руну или паука. Знаешь, что я тебе расскажу? В муху превращайся, кусок кала. Понятно, блюются еще. Я не знаю, чего я урон получаю. Я вообще без понятия. Я даже не вижу ни врагов, ни крови, ничего. Что-то меня кусает чуть-чуть периодически. Вот этот чел, что ли, который сзади прыгал, меня постоянно дамажил, активирует эффект книги мертвых. Это которая уничтожает весь экран. Наверное, да. Да в смысле? Плюс 3 к здоровью тела. Сюда-ка. Ого. Здесь вообще будет чем похилиться? Ну, будет, вон выпало сердечко, кайф. Тут какой-то вообще мерзейший моб. Но его съела рука, хорошо. Это что, секретка? Это секретка, пог. Не пог! Не пог, отмена пога! Он пойдет. Все еще со свечой это играем. У тебя щит, куда смотрит перс. Да, я помню. Вот что такое шанс выстрелить отскакивающей слезой. Не. Да верни нормальный гаджет. Спасибо. В стартовой комнате уже взять два нижних арта. Ну, ниже этот я точно наберу. Окей, ладно, это логично. Happy birthday, comrade. Зачем класс? Ну хотя черное сердце бы для босса. При получении урона добавляет скорость и скорострельность. Но вот это мне, по-моему, не очень нужно. Я думаю, я лучше три мухи бахну. Если есть ровно одно красное. Ну, короче, я думаю, все остальное я лучше в мух превращу. Типа вот так вот. Ага, понятно. Ишь ты халявы захотел, да? Конечно, возьму и превращу, да. А покупать их кто будет? Перед тем, как превращать, да? Да я понял, что не подобрав. Да я понял, лучше ничего не буду брать. Ага, блин, получил все-таки от него урон. Жесть, какой кусок говна. Это после смерти он так делает? Крепкий орешек, что делает? После одного 9 взрывов, которые задели персонажа, брелок сломается и создаст монетку сердце ключ на еще один брелок. После использования исчезает, защита от взрывов никак не влияет. Две хпшки, кайф. Ау. Тварь. Ничего страшного, хпшки здесь падают более-менее неплохо. Забавная лока, то, что ты дерешься с одними мини-боссами в основном, да?
по сути. Что вы такое? Ой, жесть. Это их руки, я понял, мы используем на протяжении всего забега. Думаешь, ты помрешь, не? Вроде помер. А чё урон тут получил? Карандаш. Даже 15-й выстрел, вы будете выпускать большую россыпь слез. Звучит бесполезно для меня, да? Потому что мух я не буду выпускать, а моего собственного урона особо нет. Или, хотя, не знаю, третьего уровня предмет. Не, может он и будет дамажить. Не знаю. Больше ли он будет дамажить, чем мухи? А, это шипастый сундук был. Вот почему я урон получил. Ну ладно, россыпь слез кажется все-таки не такой плохой. Какой-то обрубок выпал еще. Шанс превратиться в Азазеля при зачистке комнаты. Я не знаю, кто такой Азазель, так что и превращаться я в него не очень горю желанием. Блин, синее сердце надо, кстати, оставить и потом его взять. Ммм, какая полезная секретная комната. Бомба оставляет ядовитую лужу. Ну, блин, клево, по которой я потом сам ходить буду. Восхитительно. Насрали, блин, своей паутиной призрачной. Ау, бомба. Так, мухи, вы же летите до конца экрана, да? Рога Локи. Шанс выстрелить в четырех направлений. 100% шанс при 15 удачи. Че, в муху лучше превратить, да, наверное? Как-то бесполезно звучит для меня. Блин, я думал, тут будут разные виды мух, типа в зависимости от... в зависимости от того, какой предмет мы берем, а в итоге, походу, они всегда одинаковые. Просто красные мухи и все. Жесть, как же он обиделся. А, это как босс из первых лок, да? Повышает шанс появления черной кучки. Шанс дублировать все предметы в комнате, шанс уничтожить все предметы в комнате. О, босс. Подожди, а мне сюда и надо? А я думал, мне в гигантскую ключевую дверь. Зазель стреляет лазером. Серым потоком. Летает и серным потоком стреляет. Это что за фигня? Шипы и лужи больше не наносят вам урон. А финальный босс кидает лужу. Так, ключа нет. Так я думал, мы его типа ищем на локе, а потом возвращаемся и... Ой, это эти штуки, которые взрываются лазерами. Или нет? Значит, лазерами взрывалось что-то другое. Эти взрываются пауками. Ладненько, чё, берем синюю... Здесь какой предмет? Обрубок Азазеля. Где? Джедиковинки не скипай, да? Ну, надо двух ангелов убить в ангельских комнатах. Хорошо. Блин, час 50, конечно, очень много. Ну и в то же время, блин, реально давать... Так что, оставить вот эту заплатку, которая урон наносит, или лучше взять вот эту штуку, которая не дает лужам дамажить и шипам. Ну, шипы там вряд ли на боссе будут, а вот лужи могут быть, наверное.
попробую продублировать предмет в стартовой комнате. Ну, не. Просто эта штука урон дает. Нету луч. Ну тогда поехали драться. Все. It's time to go. А, во, еще вот эту штуку превратить бездной. Плюс муха. Кайф. Взрывает, самонаводка стреляет. Вот бы урон от взрывов резистить, да? Ну ладно, это простая атака. Наверное, одна из самых простых атак, которые я видел в Айзеке. У него какие-то специальные черные пули, их, наверное, нельзя вот этим щитом отбить. Да, или что-нибудь такое. Ага, наверное. Ау. Но это явно не все. Хотите сделать круг почета? Что это значит? Все, это финальный босс? Нет? Если да, то он супер легкий. Но не, мне кажется, он большой должен быть. Я как-то видел вроде где-то мегастану. Новый луп? Но мне не нужен луп. А чё, мы игрокам лупы запрещаем, да? Наверное. Чтобы ты не мог тем же билдом продолжать все проходить, наверное. Я не знаю, как это работает. Луп? Ну к чему это ведет-то? Игра сама не считает луп валидным прохождением. В оригинальной игре ты не можешь получать ачивки и открывать новый контент в лупе и пупе. Не засчитываются боссы или что-то такое. Ну и у нас не будут, очевидно. Так все, это реально финальный босс? Ну типа, что-то он очень простой. Но я понимаю, что их это я всего лишь сатану и мега-сатану встретил, а там еще есть всякие хаши, босс-раши и прочее дерьмо. Мега сатану ты не встретил. Он за дверью. А-а-а. Для него и надо ключи, да, собирать. А это кто был? И сколько у нас за него очков дают? Это был ламп, наверное, да? Это был ламп, вижу. 5 очков у нас за него. То есть я за забег сейчас убил мамку в сердце, получил 3 очка. Убил дьявола, получил 7 очков. И убил ламба, получил 12 очков за забег, который длился 2 часа. Ну и жесть. Давайте посмотрим, как это выглядит. То есть я просто выхожу в подвал один, и здесь все то же самое. Базовые бомжи. Понятно. Ну да, лупы запрещены. Ты изучал параллельно все, а вы думаете, люди, которые у нас пул без крыла и Влад, нам все ясно. Вы думаете, они что-то помнят в игре? Я не знаю, когда они играли последний раз. Ну, скорее всего, давно, и тоже ни хера не знают об игре, а у нас фуловый сейв с вот этими доп-боссами. Но тут нечестный выпуск, всегда можно. Всегда можно списать на то, что это нечестный выпуск, в котором Братхай знает Братхай 900 часов, и он должен победить. Но победит ли Братхай? Вот в чем вопрос. Мастер игры по Айзеку без задрота, по Айзеку один задрот и 3 нет. И эксперт, приглашенный на ведущем, Нюк, чтобы можно было нормально это все покомментить. Потому что
Потому что, и как вы знаете, как вы видите, я мало что знаю. Так, ну окей, ладно, я все понял. Два часа, конечно, на забег, это жестко. Ну ладно, друзья, спасибо, что смотрели сегодняшний стримчик. Сегодня 7,5 часиков посидели. Блин, я, кстати, думал, больше смогу постримить, потому что начинал сегодня рано. Но нам через полчаса уже уходить, и я не хочу слишком поздно заканчивать. Поэтому... Поэтому, спасибо, что смотрели. Поехали с рейдетским. Слушайте, а у Нюка РГГ батл. Правда, его буквально недавно рейдили. Можно его еще раз зарейдить. Правильно? Почему нет? Да, давайте Нюк зарейдим. РГГ батл — это всегда супер круто. Ивентики — это балдежно. Поэтому погнали к Нюку, сиворогами покрутимся. Много отвлекался на лавочников, автоматы, фул зачистку этажей. Да потому что это надо делать. А как ты будешь проходить игру, не полностью не зачищая этажи? А как еще? Хорошего вам вечера, Сиан, отдохните там. Спасибо, Аста. Спасибо. Все, поехали, побежали к Нюку. Всем хорошего вечера и выходных, получается, пятница все-таки. Ну а мы с вами увидимся завтра примерно в 10 часов утра по МСК. В 12 часов начинается трэш-ток, прожарка и вообще подготовка к ивенту по Dead Cells. И уже в час начнутся забеги. 4 участника без опыта в Dead Cells вообще. Это будет супер весело, приходите обязательно.